Сегодня у Гомеля прошел 10-й областный конкурс профмайстерства сярод представников рабочих профессий. И он собрал лепших специалистов с практически всех буйных предприемств региона. Свое майстерство конкурсанты демонстрировали на базе Гомельского автомеханичного колледжа. За ходом споборництва сочили и наши корреспонденты. Уже 10 годов запар областное объединение профсоюзу и областный союз наймальников организуют конкурс, на яким лепшие працовные из усёй Гомельской области показывают свои профессийные здольности. Тут нема узростовых обмежований, у те обовязковой наявности шматгадового стажу. Головное – ожидание поспробовать свои силы и поспоборничать за звание лепшего у профессии. Меж тем, некоторых удельников можно назвать опытными конкурсантами. Яны представляют свои предприемства не первый, навод не другий год. До прикладу слесар инструментальших Евгений Самодум с Гомсельмаша навод и запамятал, які раз прымае удзел у конкурсе прафмайстерства. Одно докладно, лепшему профессии ён уже становился. А все тому, что справа обрана по души. Мне нравилась всякая механика. Я поступил на автослесаря, ВПУ машиностроение, вот соседние мастерские. Там были смежные профессии, токарь, фрезеровщик, слесарь, инструментальщик. Работал токарем, потом перевелся на инструментальщика. Вот эта профессия мне больше нравится всех, которую я изучал. Для дома все сам делаю. Все, что возможно руками сделать, самому сам делаю. Токар, фрезеровщик, слесар-инструментальщик и электрозварщик – четыре профессии, у яких необходимо вызначить лепшего майстра. Усе задания довольно складанные, маются и обмежаванні у часе выполнения вырабу. Электрозварщикам треба спочатку зрозуметь, как злучить разные детали у одну конструкцию, а потом приступать до справы. Бо сярод параметров оценки и эстетичность отриманной детали. У нас параметры – это знание чертежа, как он правильно собрал, практика наложения сварных соединений швов, потому что большинство сейчас посмотрел, есть люди, которые торопятся, а здесь нельзя торопиться. Нужно следить, что ты сделал, и никто их время достаточно для того, чтобы можно было сделать качественно и надежно. Конкурс каждым годом становится все больше престижным и запотребованным. Узровень подрыхтовки удельников растет. Многие навод шакают споборництво, каб отточить свое майстерство. До того ж, переможцы конкурсу потом выступают на республиканском узровне и представляют уже не только свои предприемства, але и всю Гомельскую область. Евгения Кухаронок, Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».